Можно. Ну, Сергею Посадской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алиева, Бахтияра, Юлчу, Аглы. А Алиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, а именно совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. А как полагает следствие, Алиев, находясь на территории торгового комплекса «Меркурий» города Сергиев-Посад, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с Фроловым, умышленно с целью причинения тяжкого вреда ему, нанес телесные повреждения, от которых потерпевший впоследствии, не приходя в сознание, скончался в районной больнице города Сергиев-Посад. Данное преступление вызвало большой общественный резонанс, в связи с чем указанное уголовное дело было поставлено Сергиево-Посадской городской прокуратурой на контроль. Уголовное дело в отношении Алиева направлено в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу. Мера пресечения Алиеву избрана заключение под стражу. Предварительное расследование данного уголовного дела проводилось следственным отделом по городу Сергиев-Посад, Главного следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации.